Привет, ребята! Добро пожаловать на прохождение игрушки Dying Light вместе с Брейном. Мы продолжаем играть. Там стоит горящий парень. Я не знаю, что у него за бомбило, что он горит. Может, ему не понравилось, как нас убивали ночью в прошлой серии. Но куда без этого. Чертежик мы забрали. Напоминаю, 76 раз. И где-то летит аирдроп. Вот аирдроп еще. Забавно. Ну что, пойдем заберем? Раз такое дело. А выпить захотелось. Куда-то тут можно упасть, чтобы не убить. Тихо. Говорят, что можно упасть на автомобиль, и вы не разобьетесь. Давайте проверим это. Это ваши же домыслы. Я не знаю, правда это или нет. Давайте упадем на крышу. Правда? Смотри. Фига. Я думал, уже хотели потроллить бронешу. На самом деле, человек бы получил урон. Я падаю в воду, я получаю урон. Я падаю на крышу металлическую. Не получается, странно. Так, вон наша добыча. Залезай. Ах, пошел. Ой, по-моему, там бандюганы. Стоять. Привет. Здорово, ублюдки. Че, соснете? Вау, тихо. Вау, ой, что-то было. Блин. Тихо. Говножуй, а? Какой говноед попался? Где-то стоит, сука, наверху там, а? Ягрит нас всех. Да, по-царски не вышло. Но тем не менее, давайте заберем то, что есть хотя бы. Тихо, да открывай, ты сам иди, давай. Где ты, мудоебина? Сука ж, найду. А, вот он, вижу, сука, зашкерился, гнида, да? Тихо. Бежал, священный, да? Где ты, мать твою? Вот ты. Падай, сука, не вставай никогда больше в жизни! А, я забыл сказать, мы выучили с вами сюрикены, которые могут метаться огнем. Хорошая штука. Падай. Так, мощный удар, да, задерживаем. Понятно. Тихо. Отдыхай. Пока что обычные сюрикены, надо их забацать. Так, с этим покончено. Давайте разберемся, что же у нас было в ящике. Что это такое у нас? Ракеты и ЧС. Хорошо, это мы забрали. Давайте обыщем, ребятушек. На момент каких-то полезных ништяков. 142. Этот они уже залутали. Монтировка. 88. Хорошая штука. Безголовый ты, мой друг. Так, тела мы залутали. Вроде как я все забрал, что хотел. Там еще что-то было? Мясницкий нож. Мне пока не нужен. Так, что мы делаем? Мы с вами делаем следующее. Мы чиним то, что у нас имеется. Раз. Два. А полицейская винтовка пока у нас... Надо выучить, я так понимаю, чтобы ее можно было как-то делать, наверное. Если такая фишка возможна. Все, погнали по заданию. Я вам показал, что хотел на эту серию. Мачете мы нашли. Как вы знаете, надо там найти компонентов. Очень много металлофрагментов этих. И надо, по-моему, там алкоголь или еще что-то. Штука очень читерская. У нее хороший, в принципе, кондишн. Она может... Это вам не Экскалибур. А бить она может очень долго. Что, в свою очередь, действительно, с таким дамагом можно назвать читерской пушкой. Тихо. Мы так, знаете, бегаем. Очень слышно вот все эти передвижения. А, наверняка внутрь раздаются, и нас прекрасно тут все могут поймать сейчас. Ох, как хорошо. Такс. Ой, тихо, друг мой. Так, это вроде полицейская тачка. Подожди. Подожди, красавица! Не агрись. Ух, нихера! Слушайте, а мы, походу, качнули с вами, возможно, да, так выбивать? Давайте посмотрим. Ох, как они улетают! Удачи! Ох, нифига мы напороли, смотрите, на шипы. Чё такое? Проблемы? Шоколадная ты моя, гавайская женщина. Так, погнали.
Тут стрёмно падать, ну а что делать? Забирай. Аэрозоль. Придется, конечно, как-то выделить время, поискать именно алкоголь или поехать где-то купить. Трудно, смотрите. Тут у нас трудно. Но нас обычно такие трудности не пугают. Сейчас найдем отмычек. Много. Так, понятно. Готово. Чик и чик. Чик. Ух ты, деньжата. И кофе. В принципе, неплохой такой улов в этот раз. Забирай. Этих клиночков у нас уже я не знаю сколько. За всю игру мы нашли очень большое количество. А, так, еще один момент. Чертежи. Мы можем делать с вами... щиты, аптечки, взрывпакеты. Вот, взрывные горящие сюрикен. Давайте попробуем... Не знаю даже какие. Какие дамажат лучше? Замораживающие, горящие. Давайте сделаем взрывающиеся. Мне кажется, самый такой класс будет. Готово. То есть теперь они у нас будут великолепные, будут взрываться, я так думаю, да? То есть мне менять особо не надо. Сейчас можно проверить. Что-то безрезультатно как-то, нету взрыва. А значит, это надо как-то выбрать. Такс. Батарейки, бечевка, силовой кабель. А, грибочки, ядовитые эти фигни. Твою мать, сколько всего у нас тут есть. Это ж просто пипец. Такое количество всевозможных вещей с собой таскать. Клинок, изолента. Я не знаю, ребята, как выбрать. Урон 102. Неплохо. Так, нам надо добраться, я понял. Сейчас мы сделаем. Вах, господи, как же ты бесишь, мать твою. Мудак, а. На, сука. Достал, гнида. Все, я думаю, больше. Боря, отвали, пожалуйста. Господи, что же вас так много-то? Хилься, друг мой. Ты можешь с этой штуки залезть, нет? А здесь? А, можно здесь залезть. Давай, давай, давай. Ну, давай же. Вот. Так, и там можно было вроде как-то повыше. Ох, как ее жахнуло-то. Дай боже. Так, залезли. Там был ящик, ладно, пропустим его. Останавливаться не хочется. Так, ну вылазь давай. Огромное количество машин. Я не помню, мы тут были с вами, нет? Да, это дела реально плохи. Мы находимся в этой области. Что мне надо найти? Обыщите тела. Давайте посмотрим. Трахим? Нет. Так. Обалдеть. Они какие-то все одинаковые, знаете, я смотрю. Выглядят все одинаково. Так, зомбятинка вроде пока на нас особо не агрится. А где еще тела были? Это у нас не тело, но тем не менее тоже полезная штука. Так, это мне не надо. Этого у меня в изобилии. Тоже не то. Так, это не то. Ни хрена мы. Забавная хрень получилась. Так, может я сверху вижу получше. Что тут да как. Так, этого мы обыскали. Во, вот еще. Рахим, where the hell are you? Так, тут чисто. Reckon it's me. I found Omar's body on the overpass, but no trace of Рахим. Shit. Any idea where he'd go? I told him to hide in the train yard. You find him, you hear me? That little bastard better be alive. Так, теперь бежать придется вообще в другой конец, да? Поищите Рахима в вагонном депо.
Прижали. Так, что у нас в вагонном депо? Ситуация не самая приятная. Ой! Бля, почему ты не зацепился? Господи, что же это за жесть-то такая? Вы видели, он просто взял и не зацепился. Это было странно. А вот так он цепляется, пожалуйста, в бок. Не вопрос. А иногда бывают, конечно, и казусы. Ну, тем не менее, играть классно, мне нравится, я с удовольствием прохожу. Хотя вначале я думал, уже как-то не особо игрушка так не впечатлила, если честно. Так, там сюда. Хорошо, если тут можно как-то... Понятно. Боря, смотрите, как согрелся, а? Это, по-моему, открывается изнутри, то есть так я не попаду. По-моему, да? Или попаду. Или может там реально какой-то есть маленький проход, а мы просто его не заметили. Проверим. А, да, точно. Видите как? Не стоит убегать. Давайте, заходим. На эстакаде были только трупы. Похоже, Рахиму удалось сбежать. Я велел ему найти укрытие в депо. Есть надежда, что он выжил. Давай, Рахим, только живи. Можно прям такой хэштег сделать, да? Живи, Рахимушка, живи. Так, мы внутри. Ситуация как-то особо от этого лучше не стала, что мы внутрь попали. Все та же задница. Что у нас есть? Слушайте, мне хочется все-таки разобраться, как нам менять эти штуки. Почему у меня нет... Я же создал огненные эти. Может, я их просто не вижу. Сейчас найдем. Так, сюрикены, металлические... Ядовитые лишайники, это не то все. Ладненько, ребят, потом будем разбираться. Что это такое? Водяная труба, нет, это брать мы не будем. Подожди, Рахимушка. О, телефон! А, электроника. А, я думал, можно что-то сбаться с телефоном, там бомбу, например, какую-нибудь. А, так, друг мой, у меня был динамит, по-моему. У меня, по-моему, был динамит. Отмычка. Сейчас найдем. Домашние припасы, металлическое, это не то. Аэрозоль. Можно как-то отсортировать это? Подожди. Коллекции, да, давайте посмотрим. А это не то. Взрывпакеты. Ракета. Ладно. Подожди, вот стоп. Опять коктейли Молотова, вот что нам надо. А давайте вместо... Вместо щита. Есть динамит, вон у нас. Вон у нас там все есть. Сейчас мы вот так вот сделаем. И бомбанем, ублюдка. Отлично. Шикардосно. Привет, ублюдок. Никогда не забуду. Мне это действительно доставляет. Охереть, как можно, а? Прописать-то в табло. Обалдеть. Вот за это респект, реально, разрабам. Летают, дай боже. Все, Рахимушке мы, по сути, помогли, я думаю, да, можно открыть. Рахимушка? А, уничтожьте врагов возле железнодорожной колеи. Сейчас сделаем. У нас тут есть какой-то враг. Ты? А, вот ты где. Готово. Тихо! Привет, прыняшка! Блин, тебя! Заблевал нам все тут в округе-то. Вот херосос, а? Подожди, друг. Сейчас ты меня, блядь, поплешь, мудак. Ох, как его коноебнуло, а? Шикарно. Так, 64 бакса, в принципе, неплохо. Жить можно, что это такое у нас тут? Фига, канализация. Я помню, у нас был какой-то мутный тут момент с канализацией. Нам предлагали вроде как бы что-то там сделать. Что тут очень развитая инфраструктура. Алкогольчик нам надо. Мы же копим с вами на кареку. Или как она называется? Карек. Рахим!
Crane. I didn't think I'd make it, so I armed the bombs. They'll blow in less than 5 minutes. Oh shit, kid, you're bleeding. Huh? Oh, I cut myself. It's nothing. Fuck, just plant the bombs. All right, don't move. You got it? I'll be right back. Ух ты, у нас время, 3 минуты. Что делать? Рахим, can you hear me? Бомбы в гнезде прыгуна? Куда бежать? Итак, как нам выбраться отсюда? Кто-нибудь помнит? А, есть выход, все, бегу. Бегу. Да пофиг. Пофиг уже. Плывем. Так. Вроде как сюда. Не люблю миссии на время, вообще никогда не любил. А в принципе, они всегда держат напряжение. Ты боишься, что если что-то где-то не успеешь, там, застопоришься, то все придется делать сначала. Это, знаете, прям страх с детства. Так, поехали. Отлично. Окей, I'm back on the surface. See that big ass cooler over there, right? Head through it. О боже. Тихо, нет, не вовремя, друг. Не вовремя, очень, сука, не вовремя. Давай наверх. Это их логово, представляете, мы попали с вами в логово. Это ж просто пипец. Невероятный. Такс, а нам вроде пока здесь пока... Вот, что-то есть. Давай, пошла жара. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Тихо. Тихо. Где-то можно наверх подняться. Где наверх? Блять! Свалите нахер! Мать, вот тут можно подняться. У меня очень напряженная. Не ломается. Ломается, нет? Бля, не ломается нихера. Прыгай. Так, я надеюсь, что мы правильно сами движемся. Привет. Давай, дружок, давай. Где вот? Ставь. Фух. Нервишки солят. Еще надо, да? Вау. О, что это такое? Что это за херь? Ёб твою мать. Кто это? Не надо. Свалите нахер. Говноеды. Так вниз надо, что ли? Куда бежать? А, блядь. Нас зажали. Ребят, там вроде нет прохода. Давайте я пониже посмотрю. Твою налево. А, покиньте гнездо. Типа, все, можно валить. Я уже думал еще что-то. Сваливай, кусок дерьма. Так, задержись, конечно. Вот эта труба. Погнали. Фух, вроде справились. Охренеть, большой бадабум, как в Battlefield 4. Слушайте, она на меня не упадет? Рахимушка, отведите Рахима назад в башню. Ну что, поехали? Кто-нибудь помнит, как мы сюда пришли? По канализации же, да? А, вот она. Ну, спускаться будем? Хопч, молодец. А, в принципе, так как мы сюда приплыли, было страшно, реально. Там какой-то новый монстр появился. То есть у нас был здоровяк уже, а этот, блядь, еще больше, еще страшнее и еще смертоноснее. Я не вижу никаких показателей по воздуху, то есть я так понимаю, что плыть можно долго. Так, понятно, вот теперь вижу. Давай, дружок, давай. Фух. Так, мы вернулись. Это было быстро, страшно. Адреналинушка так скакнул, просто неимоверно. Ну что, Рахим был здесь вроде, давайте посмотрим. Его ранили, насколько я помню. Рахим! It's me, kid. I did it! Рахим! Oh, you should have seen it. Oh, God. The whole damn building came down. Ой, превратился наш друг. Твою мать. Рахим, стой! Стой, Рахимушка! Он уже тебя не узнает, он уже обернулся, да? Обратился, обернулся. Превратился, стал. Называйте как хотите. Очень жалко, мне нравился этот парняга. Он такой, знаете, юнец в душе уже. Валит не кусок дерьма. Теперь, в принципе, понятно, что главный герой как бы привязался к нему.
Хороший парниша был. Очень жалко. Действительно очень жалко. Ему дали четкое указание. Не иди. То есть... Ладно. Рахим. Рахим dead. Fuck. Get back here. And don't say a word to Jade. Not yet. Когда мы с ним разговаривали на крыше, было четко сказано, что Рахим, мы пойдем все сделаем, это наша задача, ты не должен никуда выходить, но малец решил, что надо. Надо ему это сделать, вот и жизнью своей он поплатился. Вот такие вот у нас пироги, друзья. Жалко, реально хороший был парень, своеобразный такой. Рахим умер, я поверить не могу в это, что теперь делать? Что я скажу Джейд? Надо возвращаться в башню, придумать, что ей сказать. А что ты и скажешь? Что мы не смогли его уберечь? Жалко, реально жалко. Такс, поговорите с Брэкеном о смерти Рахима. Хорошо. Что у нас есть? Рюкенчики у нас есть? Мы поставили с вами? Подождите, стоять. Великолепный сюрикен. У меня же были, только что я где-то видел. Взрыв-пакеты. Взрыв... Вот они, наконец-то, господи. Давайте сюда поставим. Что-то я сразу не заметил. Ба-ба-ба-бам. Взрывной сюрикен, готово. Ну что ж, давайте проверим, как он работает. Взрывной-то, мать его, сюрикенчик. Красавица. Мы возьмем это дело сейчас. И киданем в эту толпу зомби. Вау-вау-вау-вау-вау. Полегче. Ну взрывайся же! Почему я не попадаю в эту гребаную бочку? О, взорвал. Попал. Вот так вот он и работает, короче говоря. А нам пора сваливать. Слушайте, по-моему, кого-то согрели. Вы слышали? Такой бух-бух-бух был. Жесткий звук. Ох, какая классная штука. Слушай, а мне нравится. Нравится мне. Классно. Прекрасно. Их же можно использовать против расимовских этих боевиков. Неплохо. Что это был за звук? А, там электричество. Там что-то лежит. Вау, больно. Тихо. Ради этой сигареты не стоит того, чтобы умирать. Давай. Побежали. Это хорошее место. За нами кто-то увязался? Да, вижу. Слушайте, а я не могу обернуться и бросить в него сюрикен? Нельзя? Было бы, кстати, очень классно. Ой! Вау, не то. Твою мать. У нас сюрикены закончились, я-то думал, что еще есть. Так. Наверх, дорогой мой. Отдыхай и быстренько наверх. Готово? О, прописали-то как в чечло. Ты смотри. Ух, к нам прибежала вся пизда братья. Ребята, вы сейчас огребете, блядь, по первый номер у меня. Горите, сукины дети. Как бы ты ни скакала, мразь, умрешь ты от моего серпа. И молотом я тебе по щам пропишу. И будешь гореть ты в аду, и гиены тебя огненные сожрут. Ибо такова твоя судьба. Так. Это называется гайд, как угандошить классное оружие. Вот это да. Так, с ребятами закончили. Сигареты. Это можно забрать. И... Не, выброси ее. Блять, как ее... Видимо, уже никак не выбросить. Друг, ты вроде не горишь у нас. Он горит, но не умирает. Забавно. Текс, половицу эту надо выбросить, она нахер нам не нужна. А ее можно разобрать и получить гвозди, прекрасно. А составная бита... А что мы что-то выбросили, да? Конечно. Ёпта, забирай обратно. Ты что? Составная бита пусть пока валяется. Хорошая штука. Забрал, молодец. Все, $109. Это, конечно, того не стоило, но жизнь мы ему спасли. Кстати, этот костюм мне нравится как-то поболее. Смотри, что-то есть. Тут очень даже цивильно все.
есть халва. Прямо сейчас можно ее есть. Это хорошо. Там что-то внизу вроде лежит. Химикаты. Good luck. Good luck, мудак. О. Не-не-не-не-не-не. Быстро, быстро, быстро. Опять как бомбанет. Хорош. Так. Сагрили мы долбоебов. Ну, как обычно. Удивляться в этом плане не стоит. Поговорите с Брэкеном. Сейчас добежим сначала до него. Уже практически пришли. Понятно. Понятно, дерьмо. Так, вставай. Сзади никого. Очень классно сделано вот это замедление времени. То есть мы успеваем как бы посмотреть, понять, что происходит. Фу-ху-ху-ху. Так, куда мы с вами попали? А, тут мы разговаривали с этим лахом. Сейчас мы поднимемся, давайте посмотрим. Так, стоп, 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 стоп. А, дружбан, раз мы здесь уже, отдадим ему, что у нас есть. А, домашние припасы? Нет, это мне не надо, спасибо. Магазин. Сейчас еще магаз. Где он с магаз тут был? Привет. Привет, дружок. Так, продать, 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 продать. А, что мы хотели продать? Что-то я такое, помню, взял вроде. Кофе. И сигареты. Улучшение оружия. Давайте купим раз и купим два. То есть у нас будут разные моменты. Ой, подожди, блядь, я про... Господи, что ж ты за идиотина такая? Ой, опять по глупости я все это продал. Я могу выкупить, да? А, все, нормально, не паримся. То, что отдали, то и купили. Сейчас заберем. Все. Пардон. Зря себя обругал. Видите, в спешке как-то ты пытаешься что-то сделать, и иногда такие вот моменты глупые получаются. Но благо, игра позволяет нам сразу же выкупить, по сути, за те же деньги, что мы и продали. Без каких-то их наценок. А про... Вот, купить. Что можно купить в плане каких-то вещей? Так, пистолетный патрон можно взять. Купим еще немножко. С каждым разом, видите? А, у нас ячеек нет пустых, понятно. Взрывпакеты, пластик, отмычка. Это не то. Фермерский серп. Замечательный тяжелый топор. 144 дамага. Садовый серп за 8000. Прочность 49. А у нашего какая прочность? Давайте посмотрим. 38. Давайте купим. Я согласен купить. Садовый серп. А фермерский у нас меньше дамаг, видите, дает. Давайте я куплю. Чудесно. А, и сейчас мы его себе поставим. Так, инвентарь. Вот он у нас тут. Мы его заменим. Знаете на что? Составная бита. Давайте заменим. Я могу его, в принципе, улучшить. У меня, по-моему, были какие-то ништяки. А, да, сделаем так. А вы собираетесь выйти? Подтвердить сейчас? Нет, неправильно, неправильно, неправильно. Вот так и вот так. А, составная бита. Давайте составную биту, может, задам... Ух ты, 122 сразу, да? Как круто. А сюда мы поставим убийцу. Тоже сделаем. Убийца! Прекрасно. Все, ребят. Тот серп можно чинить. Я его тоже выбрасывать не буду. У нас что по оружию вообще? Вот он. Вот он, наш красавец. Так, теперь надо подняться наверх. Давайте попробуем. Брэкен. Как он умер? I had to kill him. It was too late. He turned. I had no choice, I swear. Look, he was my friend, too. He was the best one I had here. I know, I know. He frustrated the shit out of me sometimes. I loved him like he was my own kin. Another dead friend. Another dead brother. I trusted him. I trusted him with those explosives. God. Maybe if I didn't leave him there, he'd still be alive. I don't know. Jade! Jade! Wait!
Jade, goddammit! Just give her time. She needs to grieve. Whoa! Zara! Shit! Get down there! We can't let them take him! Твою мать, а? Что за дерьмо происходит? Так, осталось... Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Во! Нихера! Прям на горячую тачку упали. На, сука! Во! Мы ему рубанули! Мой автоматчик! Твою мать, лечись! Ай, убьют же, убьют! Быстрее, быстрее лечись, сукин ты сын! Не получилось, вы умерли. И потеряли 1500 практически очков. Вот дерьмо, а! Видели, там замес конкретный, надо было ружье, наверное, достать. Серпом лезть не самый лучший выбор. Так, ну что, защитите доктора и его лабораторию. Так, ну что, попробуем? Что у нас, есть коктейли какие-то? Есть коктейльчик один? Сейчас попробуем, надо с автоматчика начать. Так, давай, давай, падла. Взяли винтовку. Сука, на. Получил, ублюдок. Фу, наступает ночь, это вообще не вовремя. Очки силы удваиваются. Так, доктор, я надеюсь, что с ним все хорошо. There's no one inside. They took Zara and drove away. О боже. Так, найдите доктора Зера. Где я вам его найду? Так, ребята. Сейчас будем разбираться, что нам делать. Shit, Брэкен. Zara has been kidnapped. His trailer's on fire. God damn it! You see what happens when you fuck with Rice? You should never have hit Asko. Some of our people spotted a big knot of bandits heading back. Слушайте, тут наверняка же можно как-то пробраться, да? А, вот что-то есть. Так. Отлично. Ублюдка вырубили под первый номер. Так, спасите Зере. Ну что ж, попробуем, давайте. Так, я ребят залутаю сначала, наверное, да? Они же тут... Воу! Интересно, а чё у него в таком виде все показаны? Я что-то активировал? Я просто не понял этот момент. Ладно. Так, ладно. О, что-то кто-то выпал там. Жесть какая. Так, ладно. Ребята, я сейчас где-нибудь зашкерюсь. И мы с вами серию закончим, но у нас так затянулось. Я понимаю, что это все классно и весело. Так, надо повыше забраться. Давай, ну давай же, что ж ты мешаешь? О, молодец. Так, ну что, ребята, мы тут остановимся. Давайте и продолжим уже в следующий раз. Будем искать этого доктора. Будем смотреть, что же будет происходить далее. События разворачиваются очень быстро, очень интересно и очень классно все. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Пока-пока.